Так, конечно, мне очень интересно, что сейчас здесь происходит. Как мне все-таки найти этот потайной? Кстати, труп какой-то. Вот что ли? Да. Пока непонятно. Вообще непонятно. Так, ну я не знаю, ребят, я не знаю, что за херня происходит, я не знаю, почему я не могу пройти дальше по заданию. Найти способ открыть дверь. Дверь в шахту найдена, но она закрыта. Нужно придумать, чем ее открыть. Блять, а как придумать, извините, чем ее открыть? Как придумать, я не пойму. Что можно придумать? Это ничего, прикалываются, что ли? Может, какая-то катсцена должна появиться, я не знаю. Все что угодно. Но... Нет, ну мне просто интересно. Действительно, а что можно здесь придумать? Понятно. Да, ребят, какой-то прикол. Какой-то нереальный прикол. Необходимо выполнить миссию, за которую вы получите очень большие деньги. А чё у меня здесь? Лагерь возле лесной базы. И чё? Патрон не хочет оставаться в отряде, поэтому он решил стать вольным сталкером. Сказал, что можем еще встретиться. Кстати, ребят, я понял, в чем прикол. Посмотрите, ребят, у меня написано рассказать о двери Соломону. Все, то есть сейчас, на данный момент, я ее открыть просто-напросто не могу. Я понял. Тупанул, ребят. Я извиняюсь, тупанул. Надо было внимательнее читать список заданий в моем ПДА. Чего я часто не делаю, чем я часто пренебрегаю. Это моя слабость. Я заранее, а может быть не заранее, а за прошлые свои, так сказать, прохождения. Вот, извиняюсь по вот этому моменту, да. Ну, блин, вот так вот. Все-таки... Мы геймеры, мы играем в игры, и мы по большей степени хотим именно играть, а не читать, и в этом наша слабость. Ничего не поделаешь. Как говорится, действительно ничего не поделаешь в этом смысле. Ну ладно, не будем о грустном, давайте все-таки сейчас к Соломону придем и расскажем, что у нас есть какая-то тайная дверь. Насчет двери. Нашел я одну, совпадает с рисунками на карте. Просто уверен, что она ведет подземелье шахты Рыжего леса. Вот она как. Ну что ж, это хорошо. Сейчас Тамерлан вернется и будем думать, что делать. Кстати, тут одно большое дело есть. Хотел поручить его щиту. Ну может ты хочешь? Вот смотри, это радиопередатчик. С его помощью нам нужно найти грузы с припасами, которые разлетелись по всему лесу. После крушения вертолета. Дело ведь в том, что на каждом ящике стоит специальный маяк, который мы можем определить. Нужно лишь включить и установить в указанном месте. Пойми, без припасов, медикаментов и провизии долго мы не продержимся. Ладно, хер с тобой, сделаю. Так. Ну что, ждать, пока Соломон собирает информацию. Теперь вот так. Я не пойму, почему у меня такой большой вес. 36 кг. Патроны, возможно, коктейли, да. 4 бутылки водки, на кой хер они мне нужны? Непонятно, 16 аптечек, 6 консервов вполне хватит, вот уже и 33 кг. 4 аптечки тоже сгрузим, 32 кг.
А вот запасы воды печалят. Если какие тёрки. Здорово, брат. Заходи, завсегда поутарим. Так, надо отремонтировать вообще. Все, что можно отремонтировать. В принципе, все, что мог, отремонтировал. Водички. Одна бутылочка есть и в канистре. Тоже вода. Кстати, здесь есть бутылки с водой? Нет, к сожалению, нету. Блин, почему у меня только 2 единицы для артефактов? Непонятно. Ладно, что мне делать с тайной дверью, ребят? Ждать, пока Соломон собирает информацию. Найти цель контрактов. Найти способ открыть дверь. Ну, давайте покемарим, может, что выяснится. Наверное, до 14 часов. Практически сутки, ребят, мы будем спать. И вот, пожалуйста, у меня задание поговорить с Соломоном. А что случилось, я не понял. Выброс, что ли? Или что? Да, ребят, походу выброс собирается. И надо... Надо текать, надо найти убежище. А где Соломон? А где Соломон-то сам схоронился? Неужели в этой самой? В шахте, да? Нет, вот он, родимый. Ага, зона, мать его, что происходит? Некогда объяснять. Короче, залезай на крышу лесной базы, побудешь снайпером. Все вопросы потом. Ладно. Не понимаю, ребят, что случилось. Ну раз Соломон сказал побыть снайпером, придется побыть снайпером. Вояки, может быть, напали. Вполне возможно. Надо сохраниться. Скорее всего, вояки. Я не вижу никого, кого можно было бы снять. Это наши. Не понял. И это... А, нет, вот это уже далеко не наши. Это уже реально далеко не наше. Дали мне патрончиков для снайперки. Они повсюду! Мы все тут ляжем! Кого вы тут гасите? Я вижу. Дальше. Так, поговорить с Соломоном. Все, новое задание. Походу, ребят, справились мы. Ну ладно. Допустим. Кстати, интересно, мне снайперку оставят или заберут? Да, в принципе, даже если. Ух ты, халява, плиз. На винторезик еще патроны. Даже если заберут, ладно. Я не сильно расстроюсь, потому что оружия мне хватает. А вот с патрончиками у меня трабл, ребят. Если бы хоть один торговец с патронами объявился, было бы вообще шикарно. Ладно, в любом случае надо сейчас поговорить с Соломоном, что мне скажет. А он что, место лесника занял на втором этаже, я не понял. Что, походу, да, ребят. А, нет, стопы, вот это кто? Ты кто, родной? Чё тебе? Здорово, брат. Родной, что ты в сортире сел, я не понял, блин. Как-то... Ты, браток, не... это, забегай, если чё. Как-то непонятно. Ты прям как волк с того мультика. Лёгкой ты заходи, дороги. Если чё. Чё мне с флягой? А, пустая, окей. Спасибо. Так, вроде все спокойно. Что это было? Феномен зоны, я не знаю. Видел, как там все засверкало? Гремные аномалии телепортирующие к нам всякую нежить.
Что тут, в общем, творится? Вообще, валить отсюда надо. Я говорил тебе, что нашел дверь в шахте, правда? Хрен с места ее сдвинешь. Хорошо, что сейчас воспользовался взрывчаткой. Взрывчатка-то у меня есть, но она может завалить проход. Ладно, пошли, покажешь мне это место. Пойдем. Так. Показать, значит, место. Ну ладно, Соломон. Покажу, коль смогу. Слушайте, опять у меня нереальное количество веса. Но я, в принципе, подозреваю, почему. Потому что у меня винтарь. Давайте его выложим. Я не хочу его, честно вам скажу, таскать. 36,6. Прям температура тела, мать его, так. Ладно. Так, ну вот, Соломон идет сюда, как я подозревал. Сейчас тут тайная дверь. Может быть, окажется не такой уж и тайной. Давайте поговорим с Соломоном. Ты про эту дверь? Проблем с ней возникнуть не должно, даже если и завалится проход. Особых потерь при этом не будет. Давай мне заряд. Бери, только осторожней. Не волнуйся, разберусь. Так, заряд установлен. Внимание, здесь сталкеры! Ух ты, блядь. Вот это плохо. Засада. Глава вторая. Враг одной крови. Какие люди? Что за рыба к нам в сеть попалась? Вы кто такие? Кто мы такие? Не, мужик, неправильные вопросы. Это вы, блядь, кто такие? Наемники мы. Наемники? Ха. Так что ж привело вас сюда? Разве вы не знаете, что синдикату сейчас нельзя покидать территорию Ростока? Интересно, что скажет шакал? Какой синдикат? Какой шакал? Вы по контракту. Контракту? То есть с большой земли пришли? Интересно, расскажите поподробнее о вашем контракте, или пока я тебе колено не прострелю, ты не поймешь. Так, вам какое дело? Кто-нибудь прострелите ему колено, он не понимает меня. А давайте скажем, да пошел ты нахер, урод! Все-таки, походу, прострелил мне колено. В рыжий лес прибыл торговец Кипарис, вместо привал сталкеров. Как ты хмурый? Я убью его. Тише, тише, послушай. Нужно сменить тактику. Допустим, там за трубами, видишь? На открытой местности от нас и мокрого места не останется. Будем действовать тихо, пока нас не раскроют. Это я понял. Теперь не тебе не кажется странным то, что нас двоих никто не охраняет? Один пошел отлить, второму я свернул шею, пока ты был в отключке. Поэтому нужно торопиться, пока они не поняли, что происходит. Следуй за мной потихоньку. Как маленькая сука-мышка. Пока я не скажу огонь, лучше не открывать. Тем более на этой позиции нас сразу порешают. Ну, если спалишься, я сам потом тебя убью. Пошли. Пошли, 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 пошли. Окей, двинули. Интересные, ребята, ситуация получается. Интересный расклад. Я думаю, что фонариком лучше не светить. В инвентаре у нас хуй, нихуя, извините за выражение. А деньги не отобрали. Обратите внимание. Деньги не отобрали. Ну ладно, хер с ним.
Будем считать, что это глюк игры. Хотя в солянке отобрали. В ДХШ моде подобрали. И в НЛС отобрали бы. Ладно. Потихоньку текаем, так сказать. Оружия у меня нет, обратите внимание. Ёб твою мать! Я чё, спалился, что ли? Да быть того не может. Я не мог спалиться. Ну, видимо, спалился, ладно. Нельзя фонарик включать, нельзя. Два трупа, но это старые трупы лежат, поэтому... Тут бесполезно, как бы. Поэтому как бы вот так. Блять, ну нахера я фонарик включаю, сам не знаю. Не включай фонарик, мать твою, не включай. Контракт на найти цель контракт. Я вообще не понимаю, что происходит, ребят. Давайте еще раз, ладно. Но я не понимаю, что происходит. Может быть, к нему подходить близко нельзя, когда он разворачивается и смотрит на нас. Я не... пока не понимаю вот этой ситуации, честно. Вообще не понимаю. Странные вещи происходят в зоне. В зоне всегда происходят странные вещи, если на то пошло. Так. Поговорить с Соломоном. Задание обновлено. Я иду к Соломону. Ага, вот он диалог. Я не знаю, почему меня убивали, ребят. Хотя я к нему подходил там метров от 5 примерно. Может быть, там снайпер или мина, я не знаю. Ну, скорее снайпер. Ладно. Кажется, они начинают очухиваться. Что будем делать? Есть варианты. Начнем по льбу. Они отвлекутся и переключатся на нас. Ну, будет не до казни наших. Как вариант. Думаю, наши тоже помогут. Выброса... А, выбора особого нет. Значит, давай прикончим ублюдков. Да, держи красотку. Не зря я эту спрятал. Сейчас будет жарко. Сделаем работу. Так, значит, сейф. Естественно, сейчас будет massacre. То бишь, будет... Будет мясорубка. Если по-русски. Поэтому делаем как бы вот так. Это наш. Удивительно, но это наш. Заткнись ты, урод. Еще посмотрим, кому конец. Вот это дело. Заткни, парень. Так. Ёперный театр. Это я зря, конечно, так расслабился. Фаталист. Я хочу сказать, что он лежит практически... Вернее, не лежит, а сидит даже. Практически без сознания. Так, это не свой. Это реально не свой. Так, у меня новое задание. Уничтожить отряд наемников. Я понял. Уничтожить, так уничтожить. Уничтожим. Не вопрос, как говорится. Урод. Так, догнать и допросить. Кого допросить? Волкова. А он в шахту побежал, да? Ладно.
Блять, ну как? Не пойдет. Не пойдет, ребят, не пойдет. Я не должен был упасть. Вообще не должен был упасть. Блять, энергетиков у меня нет, а? Придется довольствоваться тем, что есть. Куда он убежал вообще? Куда этот придурок убежал? Ага, вот он. Ходи сюда, мартышка пруда. Так, стой, наемник, не стреляй. Хочешь денег? Все будет, будет, только не стреляй, Вася. Это чтобы не убежал. Выстрелить в голову. Дыщ. Сука, твою мать, на кой ты меня подстрелил? Куда бы я убежал? А, выстрелить в ногу, я думал, в голову. Думаю, блядь, как он разговаривает после того, как я ему выстрелил в голову? В ногу, естественно. Заткнись, будешь сейчас отвечать на мои вопросы. А если ответ меня устроит, тогда, возможно, я оставлю тебя в живых. Ты меня понял? Понял, отвечу. Все, отвечу, не убивай. Что еще за синдикат? Синдикат — это наемники. В зоне их очень много. Видимо, ты совсем зеленый, раз не знаешь о нас. Ничего интересного. Что толку с тобой говорить? Удачи в аду. Эй, послушай, что ты там хотел еще узнать? Спрашиваю, я все отвечу. Как вы сюда попали? И как пробились... и как пробиться к центру зоны? Недавно был мощный выброс. Все старые пути накрыло аномалиями. И черт пойми чем. Мы добрались сюда через подземный путепровод P1 под рыжим лесом. Нас было человек 30. Выбралось в два раза меньше. Чертовы монолитовцы обстреляли нас. Пришлось закрыть герметизированную дверь и отрубить электричество. И тут мы заметили вас в этих шахтах, организовали кольцо и взяли вас в плен. Мои люди были уставшие, поэтому засыпали стоя. Из-за этого вы и смогли сбежать, а еще и моих ребят уложить. Меня не устроил твой ответ. Вот как-то так, ребят. Действительно не устроил. Так, какую-то флешку я взял. Не знаю какую. Разберемся. А еще я взял такую прикольную вещь. АЦ-14 Гроза, который стреляет винторезовскими патронами. Но лучше винтореза может быть только винторез, ребят. Вы же знаете. Поэтому как-то так. Как-то так. Блин, раздражает меня этот прибор ночного видения. Немножко, если честно. Так, ладно, чё? Найти цель контракта. Ждать информацию. Найти артефакт измененный изолятор. Ждать информацию. Опять ждать долбанную информацию. Что ж такое? Так, ну я так подозреваю, что здесь мне уже ни хрен делать. Ну да. Видимо, что так. Блин, охереть, конечно, темнота, ничего не видно. Просто ничего не видно. Так. Ну, хочу вам сказать, ребят, в любом случае флешка у меня есть, которую я подобрал с трупом. А разъем флешки не предусмотрен для КПК. Чтобы узнать, что находится на ней, нужен ПК. Ну, обычный ПК. Комп. Так, что-то я не понял. Так, все, понял. Вот он, выход. Так, пойдемте отоспимся. Час ночи, как-то не в кайф мне ночью бегать по лесу. А если еще с учетом того, что это рыжий лес, да? Что такое? Ну что, зависло, что ли? Быть того не может. Во. Вот, видите, я так и подумал, что что-то сейчас будет. Так. Проверить указанную точку. Спаси, сохрани, называется миссия. Нужно проверить указанную точку и узнать, что является причиной помех с моей головной болью. Так, что у меня по весу? 40 кг. Патронов почти нет, да? По крайней мере, на М-ку. Ну да.
почти не осталось. Причем, ребят, обратите внимание, что-то у меня и для пистолета тоже патронов нет особо. Ну, я, по крайней мере, не вижу. Пойдемте все-таки хабари скинем эти. Поспим, может быть, чуть-чуть. Немножко. И посмотрим, что будет дальше. What the fuck? Проводник. Техник. А они что, наверх переместились? Может, там и торговец появился какой? Хороший. А, кстати, 8 утра, ребят, обратите внимание. То бишь, я с головной болью пролежал очень даже долго, да? Все понятно. Так, ну что, МК мне сейчас уже ни к чему, РГ-6. Ну ладно, РГ-6 я оставлю. Да хотя хрен бы с ней, не хочу. Не хочу я с ней возиться. Так, есть у меня вот такой прикольный пекаль. Вообще, сейчас давайте сначала посмотрим, какие патрончики у меня есть. А, ну вот, на эмочку. Слушайте, так у меня на винторезике есть неплохо патрончиков. Я, короче, с винторезиком, наверное, похожу. Все-таки. Это первое, а второе меня смущает, где, блядь, мои арты, куда они делись. Слушайте, реально, куда они делись? А, ну меня ж в плен брали, точно, ёшкин кот. Так, компас. Вот это мой. Заживление ран. Заживление ран. Там плюс 12 кг было у меня еще. Химзащита. Вот. Так. Теперь взять более-менее хороший винторезик. Ну, наверное, вот этот, да. С ним побегаем пока что. Так, из патронов у меня еще дроби есть. Я вот не знаю, может быть, все-таки взять дроби. Да, я, наверное, так и сделаю. Так, что у меня с аптечками? Нету. Нету у меня аптечек. Аптечек заберу. А гранатки есть? Гранаток тоже нет. А покушать есть. Ладно. Попить есть. Фляга наполовину заполнена, но... Кстати, у меня 12 бутылок воды, нихера себе. А, 2, господи. Я же губы раскатал, 12. Нет, всего 2. Всего 2. Ну, ладно, в принципе, жить можно. Пока что. С тем хабаром, который у меня сейчас есть. Вот, так что, ладно. Так что, ладушки. Так что, хорошо. 30 кг на перевесе, ну, пойдет. Так, к технику мне не надо, все, давайте все-таки, ребят, сейчас посмотрим, что это там на карте. Спаси, сохрани. Так, там контрик, наверное. Если я не ошибаюсь. Хотя я могу ошибаться. Отцепи меня! Уйди! Нет! Нет! Угу. Контролер. Нашивка Тамерлана. Откуда у него нашивка ренегатов? Что-то странное происходит в зоне. Так, детектор Велес у меня тоже есть. Так. Что это за звук? Как будто ребенок плачет. Ладно. Сейчас проверим. Но это, видимо, приманивает меня контролер. Он просто тупо меня приманивает. Ни больше, ни меньше. Это просто приманка. Это я уже, в принципе, понимаю. Причем на гору я сюда забраться не могу.
Вот. Как я и подозревал. Это кто такие? Рад знакомству, хмурый. А это хромой. Ты кто такой? Я не причиню тебе зла, парень. Отпусти ствол. Мне нужно тебя предупредить. Предупредить? Ты не должен убивать свою цель. Это приведет к плохим последствиям. Какую цель? Чертов контракт? К черту. Я просто хочу выбраться. Правда? Так зачем ты рвешься к центру? Мужик, уйди с дороги. А иначе что? Я твой сон, парень. Чё ты несешь? Я твой сон. А я твоим страшным кошмаром буду. Офигеть, а как я оказался на базе лесника, а? Скажите мне, пожалуйста. Какая-то вообще чертовщина, конечно, здесь происходит. Непонятная. Так, жрать охота. Ну, все на месте, кстати. Все хабари на месте мои. Три бутылки водки. На кой бы хер они мне были нужны? Эти три бутылки водки. Вообще, конечно, какая-то хрень происходит. Нереально. Почему Соломон, кстати, здесь не сидит, а в сортире внизу? Вот это меня вообще смущает. Ну, не, ладно, не мое дело. Хочется ему, пусть сидит. Боже ж мой, какие здорово, люди почти. А вот ты хмурый. Ну что, голова прошла? Исследователь, блин. Намного лучше. Мне приснился странный сон. Кстати, что с сигналом? Ладно, неважно. Я хотел поговорить насчет туннеля. Когда я осматривал это здание, нашел очень интересный прибор. Деактиватор аномалий называется. Мало ли, я не знаю, сколько еще хватит батарейки на его работу. Но пока он в деле, нужно попробовать отключить ту аномалию, что не давало нам пройти к основному корпусу D6. Ты прав. Возьми скальпеля, попробуйте очистить проход с помощью этой штуки. Если все получится, сообщи нам. Чем больше мы находимся в этом лесу, тем больше я схожу с ума. Думаю, вы тоже. Попробуем. Так, Соломон сказал, у тебя там какой-то чудо-прибор есть. Ну, доставай. Прикрой меня. Так. А прикрой в плане чего? В плане того, что контрик может прийти? Ну, контрик, кстати, может прийти. Контрик вполне может прийти. А, нет. Похоже, это вояки. Похоже, это тупо вояки. Ну, ходи сюда, родные. Сволочь. Ты тварь. Обошел. Понятно. Не увидел эту гребаную паутину на потолке. Я ее, блин, постоянно не замечаю. Твою мать, что происходит, а? Так, спокойно, спокойно, все будет. Все будет. Слушайте, четко они гранаты кидают, конечно. Блять, он сейчас с этой стороны. Так, что это такое? Прочитать найденный документ. Какой-то документ был, ребят, у вояк. Естественно, я прочитаю сейчас. Так, этот еще валяется, да? Пусть валяется.
Так, давайте посмотрим, что за документ. Чтобы посмотреть, нажмите «Использовать». В документе написано «Зачистить весь рыжий лес». Ни хрена себе у них задачка, прям весь, блядь, рыжий лес. Вирус БО был замечен и там, внимание. Вирус БО, биологическая активность, может какая-то, да, был замечен и там. Внимание, экипаж вертолета Ми-24 мог выжить при обнаружении выживших, огонь на поражение. Приказ СБУ. Понятно. Уроды, зачистить они всех нас решили. Ну давайте, давайте. Ну что там? Вот попали. Что ты нашел? Лес будут зачищать военные. Здесь был замечен какой-то вирус. Они что-то упомянули о нем. Твою ж мать, самое херовое то, что нас тоже прикончить хотят. На, прочитай сам. Да, так, давай быстро в лагерь. Нужно рассказать все Соломону и подготовиться к войне. Если они нападут, пробиваться будем через кровь и порох. Ну погнали. Так. Пришли, теперь с Соломончиком надо побазарить, да? Сейчас я только сложу ненужное. Все ненужное надо сложить. Нахера мне столько водки вообще? Так, хлеб, еда, детектор. Еще один детектор. Сколько ж можно? Радиопротектор. Кстати, радиозащита. Прикольная штука. Так, столько гранат мне не надо. Вот это, кстати, метка не выкладывается. Так, фляжка на 2 единицы полная. Еще вот это есть. Ладно, хорошо. Вот так вот, наверное. Бинтов. Ну окей, хорошо. Есть такое дело. Давайте сейчас с Соломоном поговорим. Где он там? Что он мне скажет? Ой, вы это. У нас большие проблемы. Скоро лес будет оккупирован военными. Они устроили зачистку. Нас живыми брать собираются. А, не собираются. Значит, наш контракт уже не представляет ценности. Значит, нет смысла продвигаться к центру. Нам никто не заплатит. Что будем делать? Мы сильные. Мы готовы в любой момент устроить этим воякам теплый прием. Готовься к войне. Если эти уроды уже в лесу, придется прибиваться через них. Я не был готов к войне со спецназом, но сейчас выбора нет. Я смотрел труп Волкова и нашел флешку. Интересно. Жаль, что компа под рукой нет. Ладно, давай куплю ее за 3000. Ладно. Так, пора идти к тоннелю. Ты готов? Готов. Они наверняка оккупировали весь лес. Так, ну что, идем к тоннелю. Тут, наверное, сделаю отдельный сейф на всякий случай. Мало ли что. А, что, они уже загасили кого-то? Чё ж так темно-то, а? Всё-таки, наверное, чуть-чуть гамму повыше сделаем. Кто там? Ах, вот твари. Ты спятся! Да. Вы знаете, из-за такой густой растительности вообще ничего не видно. Ну вот я действительно никого не вижу. С этой стороны, наверное, вот так вот. Да, я тебя доберусь. Ничего не вижу. Прикрой, пью его. Да давай, давай. Блин, как бы один спалился, а?
Никого. Ага. Так, одного спалил. Сейчас хотя бы, может, одного вынесу. Блять, да нет. Угу. Нету, есть. В том-то и дело, что есть. Даже винторез мне тут не помогает, вы понимаете? Ничего не могу сделать. Еще дорубка. Да. Ну, будем пробиваться, ребят. Делать нечего, потому что... А как по-другому? Что? Что я могу пока? Слушайте, мне интересно, там вот свой пошел или нет? Причем через оптику-то не видно. Внимание, граната! Так, одного спалил. Сволочь. Тварь, а? Я пошел, прикрывай. Не вижу. Граната! А это не свои случаи? А, это свои, блядь. Да что ж я так туплю-то, а? Они уже там практически, а я только здесь. Ну ладно. Потихонечку идем вперед. Потихонечку. Свой. Блин, вот откуда стреляют? Откуда? Вообще непонятно. Так, давайте вот сюда вот повыше заберемся. Надо обойти их. Чуть-чуть обойти, чуть-чуть. Ничего не вижу. Ага, вот один. Спалился, родной. Спалился, хорошо. Слушайте, у них винторезики у всех. Не увидел, ребят. Не увидел. Сейчас надо биноклем. Надо биноклем осмотреться. Так. Ну и чё? Сюда. Так, где же еще? Это вот там. Слушайте, а мы неплохо, конечно, прорываемся вперед, но бляха-муха, ничего не вижу.
Так. Где? Получи. Так где ж эта тварь меня стреляет, а? Надеюсь, я его убью. Так, попробую с этой стороны. Практически не видно, ребят. Этих тварей практически не видно вообще. Так, одного спалю. Сейчас я этого гада сделаю. Есть 200-й! Есть, есть 200-й, конечно, есть. Так. Конечно. Такое нереальное количество этих тварей. Спокойно. Так, придушил одного. Сейчас. Где вы там стреляете, твари? Знаете, сволочь. Так, сдох. Наконец-то сдох. Ага, еще и снайперы. Где ты его увидел? Где ты? Кого ты там увидел? А, на, хватай! Так. Чё мне по патрончикам? Ну, пока нормально. А мне нужно вернуться. Да, оружие теперь в рыжем лесу столько, что хоть жопа ешь. Так. Идем на точку сбора. Точка сбора именно там. Конечно, побегать по лесу, пособирать шмотки, хотя бы патроны. Собаки, твари, а? Напали. Так, ладно, а куда ж мы путь-то держим? Хотелось бы знать. Путь мы держим, я так понял, да, на выход из леса. Ну окей. Хорошо. Вес у меня, конечно, прибавился очень сильно сейчас.
Охренеть. О, патрончики. Патрончики заберу. Где-то еще, по-моему, были. Так, это для калаша. Пока что все, да? Так, аптечка. А, аптечка, вот она. Слушайте, тут, да, конечно, да, вкусняшек разбросано очень много. С этим не поспоришь. Так, единственное, я, наверное, все-таки часть барахла сгружу. Нет, столько всего лишнего. Пока даром не надо. С этим таскаться не очень охота. Я бы сказал, даже совершенно неохота. Так, три гранатки, патрончики. Водяра не нужна в таком количестве. Антирады, хлебушек. Ну ладно. Все на этом. Так, 29 кг вес. Ну это пока пусть здесь лежит. Я не знаю, кому оно надо будет. Зачем я это все складываю. Патрончиков бы пособирать от СВДшечки. Потому что патрончиков реально мало. Ну ладно. Так, что у меня там? Сообщить о готовности проникнуть в тоннель. Это разговор будет с Соломоном. Ну давайте, ладно. Здесь у нас сосейвимся. Так, мы в тоннеле. Осталось заправить генератор и использовать деактиватор, который ты нашел. И есть еще кое-какие мелкие проблемы, поэтому ты у нас как бы свободный наемник, гуляй. Но как только ты нам понадобишься, сообщу. Так, есть у меня дела, я тогда пойду. Так, теперь встретиться с патроном. Ну давайте. А патрон где у нас? Ага, уже там наверху. Наверное, в ящике моем ковыряется зараза. Что-то я не пойму, где он. Нет, он все-таки внизу, ребят. Застрелили. Снова здравствуй, хмурый. Странный ты стал патрон. Шуганный, скрытный. Говори уже, что там за разговор? Я просто не хочу, чтобы меня увидел Соломон. Ему нельзя знать, что я остался жив. Ладно, неважно, сейчас я расскажу тебе кое-что. Я весь внимание. Я узнал, что в Лиманске имеется крупная аномалия, которая может телепортировать любое человеком задуманное место, разумеется, в пределах зоны. Мне стало любопытно, и я решил собрать информацию у сталкеров. Выяснилось, что путь туда лежит через ту речку, что у КПП. Так вот, предлагаю отправиться туда вместе со мной и найти чертову аномалию. Составишь компанию? Прогуляться к Лиманску? Сочту за честь. Просто замечательно. Ну, как будешь готов, двинемся с... Осмотрим там все хорошенько и вернемся в Рожелес. Только я своей дорогой, потом ты своей. Окей, ну погнали. Уверен, да, раньше встанем, раньше ляжем. Вот мы, видимо, сейчас в Лиманск потопаем. Мостик опускается. Дорога в Лиманск открывается. Оба! Вот и хрен там плавал, как говорится. Видимо. А, это он так упал. Я думал, он взорвался тупо. Грызет вопрос, как я попал на эту сторону. В последнее время как-то привык ко всему этому. Даже знать не хочу. Ну и на том хорошо. Так, сейчас через этот тоннель к Лиманску выйдем. Но потом придется взорвать проход.
возвращаться уже будем другим способом. Увидим, каким. Такими действиями мы запудрим Соломону мозги, и он не найдет нас. Сдался ты, Соломон. Пошли уже. Так, аптечечка. Кстати, ребят. Так, научная аптечка, то ладно. Где броня долбится? Что-то я не понял. А, вон она лежит. Не понимаю, зачем мне эта броня. А, ну хотя подождите, сейчас проверим. Гашение удара, термозащита. Не знаю. Да нет, броня долго похуже будет. Так, хорошо. Продать кому-нибудь. Ух ты. Халява плиц возьмем. Так, тут, кстати, посмотрите, ребят, акабан, причем с приделанной оптикой. А оптику можно тупо себе забрать. Этот акабан я сюда выгружу. Вот оптику заберу. И ямочка мне, я думаю, пригодится. По крайней мере. По крайней мере, в Лиманске. Наверное. Пусть будет. Так, сейчас еще одним глазом гляну, что тут есть. Может, что еще есть? Ну, нет, пока больше ничего не вижу. Примечательного такого. Что меня немножечко напрягает звук. Или сама громкость. Так, ну окей. Что дальше? Добраться до Лиманска. Идем по тоннелю, ребят, вперед. Так. У нас инвалидное кресло какое-то. Третья глава. Призраки прошлого. Где-то я это уже слышал, ребят. Где-то я это уже действительно слышал. Вот мы и в праздничном городке. Проход за нами я завалил. Так что хвоста не будет. Теперь посвящу тебя в здешние правила. Правила? Смеешься? Да. Город вроде и пустой, а вот молва о нем ходит страшная. Кому призраки, кому монстры. Тут, говорят, есть все, что только поместится в фантазию человека. Ну а нога человека здесь очень давно не ходила. Но раз мы здесь, значит брешем. И все-таки. Ты, главное, от меня далеко не отходи и не забывай по сторонам зыркать. Вместе не пропадем. Не нравится мне все это. Как мне говорил один сталкер, увидишь призрака, не пытайся его убить. Это невозможно. А еще поговаривают, что тот, кто хотя бы подымет руку на одну из этих душ зоны, на месте и помрет. Может, сказки. Но если что увидишь, не смей сразу стрелять. Вот так вот. Ну что ж, ребят. Я даже, наверное, отдельный сейв сделаю. Интересно, девки пляшут по 4 штуки в ряд. Давайте попробуем за нашим главным героем последовать. Что будет, я не знаю. Пока что. Прикрывать патроны. Ну что ж, прикрываем. Ни хрена себе. Три трупа. Причем заряжены по полной программе. Что-то я подозреваю, что мне даже лишнее будет. Ну да, как я и... Страйкер Протектор, кстати, хороший очень дробовик. Вот это я выложу. Можешь не обыскать, родной, поздняк ментации. Смотри-ка, странно, а? Следы когтей. Среди когтей, говоришь? Так. А у этого что? Да тут по-богатому.
По-богатому, говоришь? Даже один дроповичок оставил. Ну, пистолеты надо повыгружать. Нахер бы они мне были нужны? Броня это тоже. Файл лазит с ней. Это не айс. Кстати, что это насчет тартов, а? А тут даже зон для артефактов нет. Я не думаю, ребят, что мы в Лиманске найдем какие-нибудь... Уходи отсюда, мужик. Уходи, пока... Вот и все. Видите, что происходит? Люди, много людей, жители этого города, они плачут, они зовут меня к себе в холодные могилы и склепы. Нет, не хочу, голоса повсюду, они идут. Что ты наделал, хмурый? Это ты виноват. Помоги мне, пристрели меня. Я так больше не могу. Люди, много людей, авария раньше, установка, радар в Лиманске, дети плачут, они говорят, что здесь им плохо. Помоги им, хмурый. Они уже 20 лет не могут заснуть. У них тут холодно, они зовут меня, они просят помощи. Помоги им, выключи, мешает им спать, пристрели меня, я хочу покинуть этот мир. Найди, отключи катакомбы, установка, иллюзия. Держись. Почему я? Сейчас что-нибудь придумаю. Да, весело. А что делать-то, а? Аж сюда. Найти источник пси-излучения. А, ну это пси-излучение, я понял. Ну что, ребят, побежали. Побежали искать пси-источник. Хорошо, конечно, если меня не вынесет. А, вот и призрак. А мне сказали их не трогать, да? Окей. Не будем трогать. Побежим вперед. Тихо. Призраков убивать нельзя. Это сигнал тревоги после аварии на ЧС. Да. Ух ты, блядь. А вот снорк уже опасно. Это же снорк, нет? Да нет, вроде нет. Но жизни не отнимаются, ребят. То бишь, хочу я вам сказать, пока что я жив. С ними поговорить нельзя, тем более они мне как враги. Так, а вот этот мне даст пройти, нет? Угу. На меня пальцы не указывают. Это что сейчас было? Да не мотай ты их своей головешкой. Просто беги вперед. Просто беги к пси-излучению. Я думаю, наш уже зомбака, ребят, притворится. Ой, притворится, превратится. Пока мы тут это самое. Пока мы тут бегаем. Так, я не помню, где тут проход. Ух ты, блядь. Да ладно. Да ладно. Это контрик 100%. Ну давай, соберись. Соберись, родной. Не, ребят, дело херня. Бум. Вырубился пацан. Что ты сильный. Что тебе на этот раз нужно? Мне? Я твоя иллюзия. Ты сам чего-то хочешь от меня. Вот только ты не знаешь чего. Это загадка. Я думаю, ты разберешься когда-нибудь. Из-за чего это все происходит? Радар ведь работает в середине города. Таких три в зоне. Не считая более мощных. РЛС, Дуга.
Все, что ты видел, видишь, будешь видеть, скорее всего, иллюзия. Лишь было этого городка, у тебя превосходная защита от пси-излучения. Многие бы уже стали зомби, а ты еще живой. Невоспринимаемый оберет всерьез. Я лишь выдумка твоей головы. Из будущего. Ладно, скажу тебе одно. Найдешь ход катакомбы, перезагрузишь установку и отключишь ее, используя диск. Тот самый, что дал тебе патрон. Но помни, все будет не по-настоящему. Однако, если умрешь, уже не проснешься. Объясни. Снова в строю, да? Булочку возьмем. Так. Ну что, надо бежать дальше. Надо бежать дальше, чтобы отключить эту пси-установку. А то что ж такое, блин? Сколько мы тут там мучиться будем? Так, а что у меня по весу? Коктейльчики есть? Были же. А, они в инвентаре остались, я их не стал. Блять, плохо. Плохо, печаль, беда. Очень плохо. Ну что ж. Так, ну что ж. Блин, а тут я что-то не помню. Нет, так я не пройду. А, вот сюда, походу. А, нет, отсюда я пришел. Ладно. Сейчас, подождите, ребят. Во, точно. Точняк. И теперь потопали дальше. А, ну у меня выносливость сама, короче, падает. Я как только ближе к излучателю топаю. Так сразу у меня с выносливостью полная херота происходит. Тут еще долбанные сраные аномалии пузырите. Ну что делать? Блять, а как мимо них пройти-то, а? Надо очень аккуратно, ребят. Так. Вот так. Ха-ха, а тут как? Тут через автобус, наверное, да. Да, ребят, лучше всего, наверное, будет через автобусик. Ну давай, родной. Во. Побежали. Мини-кат-сцена, видимо. Кровососики. Слушайте, охереть их тут. Надо найти высокую точку, чтобы... Я сразу возьму дробовик. Сколько у меня патронов? 73. Ну, может не хватить, конечно, на всех. Ну, у меня еще эмочка, винторезик, так что... Постараемся. Я, кстати, наверное, возьму вот эту. Вот это будет для кровососов самое то. Самое то, что надо. Как говорится, что доктор прописал, да? Так, отключить радар. Логово кровососов. Да, кровососов тут действительно столько, что... Ну, ладно. Но обратите внимание, они меня не трогают. А вот хер там. Так, минус один. Хорошо. Очень хорошо. А вот это вот было зря. Это было действительно зря. Так, еще одного загасил. Хорошая пушка.
действительно хорошая пушка, и она мне поможет. Очень надеюсь. Очень надеюсь.